Всем привет, ребят! Вы на канале Сахалос, и сегодня мы будем оценивать острова Эпик Визоса. Погнали! А что не эпического вискоса? А почему у тебя такая яркость? Откуда я знаю? Давай с... Колизей песенок. У него, кстати, нету. Он сам просто... Блин. Да, включим чуть-чуть звук. Какая песня? Одобряю. Мне нравится. Не одобряю, он не моя. Стой. Смотри, сколько скинов классных, всяких разных. Обалдеть. Мне все нравится. Включи погромче звук. Ну такая же, как у меня. Пойдем послушаем композицию. Аппарат, что у меня со светом? Талкер. Не знаю, что у меня со светом сейчас. Если что, это не зависит, а ты просто музыку слушала. Вот ты сейчас сверху, что-то у меня такое. Депрессивный трек. Остров золота пуст. Гащ. Откуда у тебя единственная акробатика? Чел. Она всех удалилась. И тут тоже ноль. Нет, тут есть пинг-понгер. Мне кажется, она здесь просто пукает вот так и все. Специально тем, чтобы было побольше людей. Ну что, погнали на основные острова. Остров растений. Буга-буга. Замедленно. Все спят. Сука, может, ей-ей. Зера где-то. Все спят вообще. Много скинов. Редкая раковица. Смотри. Да, да, я вижу эпик ужаса. Я вижу. Да, да. Видишь, эти славуны оба в костюмах, но все спят, короче. Ну ладно, мне нравится очень. Прикольно. И редкого карабаса выводит. Скоро будет готов, он его поставит на остров. Будет заполнять. Так, тут губка спит. Наказана. Тоже, кстати, медленнее. Зера спит. Вот птица прикольная. Стромбольная что-то. Здорово еще питается. Угу. Этот, наверное... Кибершок есть. О. Прикольный тазян. Что ты? Никакой он поэт нет. Да-да. Буджи. Ага. Прикольно, что они все такие это... Опять в ритме. Тут тоже интересно так же. По-моему, это просто воркатный. Сейчас как хула будет петь. А приблизь прям к ней. Судить армию раздут. Да, да. Редкий риф есть, редкий подсадщик. Бегаха, редкий пингван. Ну, пока только руками шевелит. Как будто мужик поет какой-то. Вместо акулы мужик. Да, по-моему, тут лактицы ты сбылись. Прикольно.
Живая сердечко. Охренеть! Да. Раз, два, охренеть. Живая сердечко. А, там еще там было. Так, там, прикольно. Так, идем на воде. Тут тоже так. Боюсь подумать, что на воде будет. Вот, тут нет. Маловато. А, ну выводит, смотри. Ну, все, это так. Это побыстрее немножко, по-моему, да? Нет. Нет, нормально. Нет, так. Но у него уже есть редкий рокоток. Да, да. Тут замедленно. Да? Да. Мне интересно, как резкий обычный хромень. Как вот эти два будут петь и вот этот. Да. Ой, это прикольно, вот эти интересные. Сезонки прикольные. Нет, вот этот, да, вот этот. Да, я поняла. Джунгук и пом-пом. Эпический пом-пом. Опять мужик какой-то. После помпон долго орал, и, короче, он потерял голос, и теперь как мужик. Поет прям как хула. Хул нету на этом устре. О, тут нормально. Тут уж хуйня. Есть редкий. Нет, нормально. Стегобак редкая. Ловатёка есть. А, репетрасы стегобак. Да. Стегобак с кино. И брюшок с кино. Телефон. Да, как будто немножко ускорен. Ой, тут прикольно расставлено. Я поцеловал подписчик. Смотри, тут три куда колобас. И все спят. Они нюхают свои попки. Извините, пожалуйста. Подписчик опять поцеловал и зажал носик. Кажется. Привет. А этот остров тебе нравится, подписчик? Дует-то нет. Еще выключен глушок, зерномеха. Да. Накалячивает. Вот. А, нифига. Он что, одну клетку занял? Пол клетки, судя по всему. Ну, прикольно, мне нравится. Пока выводит новых монстров потихоньку. Видишь? Пытается вывести. Дует-то. Погнали дальше. Кадми со светом на симфоне свет. Хорошо, видишь, почищена. Ну опять мало. Опять мало башников. Руба нету, да? Ну ладно. Не дуда нет. И осьмидуба тоже. Угу. Ну ничего, еще выйдет. Еще успеет. Да? Подписчик. Да. О, смотри. Он, видимо, только начинает эти острова развивать. Ну, вот этот классный музончик. Нет, давай вот да. Только вот так где. Ждем, когда они запомнят. Подписчик идет. А да, не пить-то. Они пока не поют. Они не умеют. Не знаю. Долго чем ждать. Они может, только рот открывают, да? Ладно. И закрывают. Они не поют просто. В конце видео будет. Тут кражи пока такие. Не очень много. Ну, в общем. Будем ждать, когда появятся новые монстры здесь. Сохранишься. Если нет.
Тут есть редкий брюшок. Интересно, на сезонной хижине тоже никого нет? Нет, хула. Хула и буга-булка. Буга-булка. Хула-ла. Хула-ла. Буга-буга. Так можно скрещивать хулу. А, эпическая скелетная кожа, точно. Пипец. Нету редких или обычных. Ну ничего, будем знать, когда разобьет. Тогда уже будем оценивать, когда будет много. Смешно. Пойдем на остров мифов. Тут, наверное, тоже никого еще нет. А, нет, есть кот. Смешно. Так, пошли на святилище магии. Смешно. Флоурес сама с собой не разовьется. Смешно. Ну, что смешно, смешно, смешно. Было первое остров развивать. Вот здесь Брам спящий. Сядь. Что с ним? Ну чё, голову присануло? Напоследочек пойдем на небожителей, а потом идем на феи и дослушаем. И все. Да. Все, пойдем на феи и дослушаем. Послушаем. Да не поют они что-то. Хипи-хопа здесь не поют. И это не поет почему-то. Они в этой секунде не должны петь. Даже начало. Да мы в прошлый раз не начало ждали. Долго, ничего не понимал. Вот не дождались, что тут вот это у меня. Полку думаю. В общем, мы оценили только основные острова, они нам понравились. А на остальных будем ждать, когда ты разовьешь их, и потом оценим еще раз. Еще может сегодня что-то оценить. Или уже Бобик помер. Не, а Бобик не помер. А вон барабанный мяч. Они похожи на нашего подписчика. Я. Вот этот розовый. Я это на подписчика похож. Подписчик сидит. Ну что-то у них, по-моему, подмышки не подходят. Пропустим этот момент. Они, кажется, негры. Это просто у вас костюмы такие. Да не, корабль. Костюмы подписываются все редко. Она выигрывает. Нет? Блин, заряжай. Ну, а вы были на канале Соколос. Не забывайте подписаться на наш канал. Поставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось. И всем спасибо за просмотр. Мухофлита! Всем пока-пока! Пока-пока.